Всем доброе утро. А сегодня оно, похоже, уже очень даже доброе. Смотрите, какая погодка. Как много голубей. Жирненьких, упитанных. Кормят их, кормят. Хорошо. Камешки хрустят по-прежнему, как снег. Но, как вы понимаете, далеко не снег. Море. Практически идеальная, блин. Ну хоть иди и купайся. Ветерок есть, но такой слабенький, знаете. Во всяком случае, пока, возможно, к обеду он вообще пропадет. Картинка практически летняя. Я бы сказал, даже полный штиль. И одна чайка. В общем, без слов, ребят, без слов. Как бы вот так. Так, меня мочить не надо. Это я море. Ну, в целом все отлично. Температура воздуха градусов 10 сейчас. Согласно машине с утра пораньше. Ну, я имею в виду того, как будто голуби летят прямо на меня. Смотрите, прям. Еще чуть-чуть они сбивать меня начнут уже вообще. Гнездо у них тут. Вот, что-то они захотели именно прям в этом месте скучковаться. Вот летит как. Это важно. В общем, всех с добрым утром, всем привет, просыпаемся, хотя пока я выложу это видео, скорее всего, уже будет чуть ли не обед. Классно, классно, есть горизонтик такой, хорошо видно, солнышко светит, люди вон кто-то приходят и берут с собой прям завтрак, судя по всему, и сидят на лавочке, вот завтракают и любуются морем. А дельфинов все нет и нет. Все, друзья, всем пока. До следующих роликов. Такой вот маленький смотрение.